Не замерзли? Ну, холодно, но я думаю, что футболистам легче. Они двигаются. Вот, ну, хорошо, что провели вот эти два матча, посмотрели, кто насколько готов в 90 минут, кто в каком состоянии. В целом получили хорошую информацию. Еще у нас 2 недели до подготовки. И, ну, хорошо, что забили уже. В 2 матчах забили 4 мяча. Вот. Дублеров проверили, потому что пришло всем играть, получать большую нагрузку. Но вы сегодня решили не разбивать состав на основной и второй. Почему такое вот решение? Не, мне надо было, чтобы все сыграли 90 минут. И понятно, что тот же Рома Бегунов, это вынужденное было, вот, что он сыграл там. Вот. Я дал по полной игре сыграть Юрия Островуху и Круму. Вот. Поэтому я считаю, что у нас в обойме должно быть 20 человек, которые в любой момент могут выйти, усилить игру. И, вот, ну, собрали информацию. Плюс было 2 разных соперника. Вот, ну, в целом я так. Да, есть нюансы, так для того и ты и делаешь эти матчи, чтобы увидеть свои проблемы в игре. Скажите, что с Максом Жавненщиком и тот факт, что вот за 2 недели до начала чемпионата 3 центральных защитника еще не сыграли ни одного матча вместе за это межсезонье, как сильно он вас волнует? Не, ну, конечно, всегда волнует, когда выпадают игроки, плюс это игроки основного состава, которые в том году несли основной груз свой. Вот, но Макс приболел в Турции, вот, но я думаю, что сейчас восстановится и начнет набирать, что есть 2 недели. Но зато мы проверили наших молодых ребят, которые были бывшие дублеры, сейчас они, да, ошибки есть, но неплохо смотрится, поэтому я надеюсь, что восстановимся к началу чемпионата все. Ну и, наверное, Строкаем сыграет уже приближенный состав к тому, что мы увидим на открытии чемпионата. Приближенный не сыграет, многие уедут в сборную, все, поэтому. Но я, опять же, я готовлю не 11 игроков, для меня важно, чтобы у нас была хорошая обойма, и мы могли по ходу матча усиливать игру, и чтобы была вариация.